Всем привет с Алтая. Первое место, где мы остановились, это была деревня Аскат. И отсюда по Чумальскому тракту мы ездили в разные места. Посмотрите, это поляна мастеров. Такие тут домики, это, считай, на въезде в деревню сразу находится. Ну, а после Аската мы решили поменять локацию на созвучный с Аската в Акташ. Только в дороге 5 часов предстоит нам провести. Ну что, мы едем. Полет нормальный. В общем, решил вам еще снять вот такого коня на пути по Чуйскому тракту. Хорошая дорога. Мне кажется, камера не передает, но горы фиолетового цвета. Насколько я понимаю, это вот моральник. Заехали посмотреть петроглифы. Ну, я сам посмотрю, Арсюха посмотрит, ну и вы тоже посмотрите. Олень. Посмотрим, все посмотрим. Какой мир? Вот она, душа между мирами находится. Шаман хочет вернуть обратно душу мужчине. Это песик Персик. А вот тут вот мы сегодня ночуем. Приехали на гейзерные озера. Вход здесь 100 рублей с человека, ну, со взрослых, детей не взяли. Поэтому сейчас идем, покажу вам, как выглядят эти озера. И до самого озера идет деревянный помост, по которому ты можешь добраться сквозь болото до самого озера и увидеть эту красоту. Камера, наверное, не передает, но цвет очень красивый. Приехали на Марс, Алтайский Марс, вон там вдалеке, вон там, горы марсианские, сейчас туда пойдем. Ну, не знаю, вживую эффектно, привет вам, а вот от того оранжевенького места мы поднимались сюда. Мы приехали в кафе «Лампа», огромное количество отзывов было в интернете. И знаете, чудесное место. Сейчас попробую вам показать не только кафе, но и территорию, которая вокруг, и называется все деревня Берендеевка. Тут такие вот домики, речка, мостики. Там вот находится само кафе «Лампа». А тут есть озеро. Что хочу сказать? Хочу сказать, что путешествовать и менять среду, в которой ты находишься, это очень важно. И Горный Алтай – это место с невероятной природой. Это фиолетовые горы, это реки, это люди, это интересные места. Поэтому точно рекомендую те, кто еще не были, поездить по этим трактам, по дорогам и посмотреть. Даже просто с дороги открывается невероятный вид. Чимал, Чепаш, Акташ, Аскат. Те вот места, где мы побывали. Круто, круто. Я рекомендую.